была когда-то такая консоль Tiger Gamecom. Выпущена она была в 97 году, в сентябре, значит. И она выделялась с остальной хуйни тем, что эта хуйня имела тачскрин. Это было круто. Еще она имела выход в интернет. Ну как выход в интернет? Для того, чтобы выйти из нее в интернет, нужен был модем. Конечно, по проводам. И этот модем был размером раз 20 больше, чем она сама. Но была такая охуенная консоль, да. На ней были охуенные игры. Еще вот на ней, видите, было такое меню. Калькулятор на ней был. Календарь. Телефонная книга. И даже игра Resident Evil 2. Да. Итак, что же это за игра? Неужели это полный порт с PlayStation? Что-то мне подсказывает, что да. К сожалению. Во-первых, здесь, как видите, нет загрузки, но есть ебанутое управление. Итак, игра, как мы видим, 3D. Ну как 3D? Это, конечно, не 3D, а сука. Это какая-то сука. Блять. Еще этот сзади подкрался, блять. Неожиданно, блять. Я прям испугался. Вот это хоррор, блять. 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 Хватит меня жрать, ебучий ты зомби. Кстати, в окончании этого видео я вам покажу рекламу на эту игру. Она у меня где-то завалялась. Так, что-то мне подскажет, что мне нужно съесть травки, иначе мне пизда придет. Ну вот, хуй его знает, где здесь ебаное меню. Я вот все жму. Нихуя здесь нет меню. Совершенно нихуя. Здесь управление еще тугей, чем должно быть. Хоррор, блять. Так. Так. Я так понимаю, нужно идти сюда. Жму вниз. Блядь, это лунная походка. Это Майкл Джексон, блядь. Охуенно, только не то. Блядь, хватит танцевать, блядь, как этот педик. Давай, давай. Играть, играть, сука. Ага, здесь можно развернуться, бля, какое ёбнутое управление. Так, куда здесь? Хуй его знает, куда здесь. Итак, ага. Вот, кажется, двери. Двери. Блядь, а как у них попасть, блядь? Так, надо развернуться. Я нажал только раз. Какого хера я мажу? Как-то мимо. Открывай двери. О, вот я нашел меню. Жизнь в опасности. У меня еще есть ножик. Травки нет. Хуёво. Я не знаю, как открыть эти двери. И даже чем их открыть. С них нереально так попасть. Без понятия. Это пиздец.
это неимоверный певец. И один раз жму клавишу шага. И он их как-то проебывает. Вот в чем его главная проблема. Я бы так сказал, основная. Бля. Нет, это просто нереально. Блять. Так, один маленький шажок надо сделать. Блять. Один. Ну нахуй оставить два шага. Так. Можно, надо, когда он проходит, сжать все подряд, и он их откроет. Что-то он их не открывает. Блядь, я их как-то открыл. А как я их открыл? Еще б здесь раздвинул-то. Это внизу дробовик лежит, да? А как его поднять? Нет, ну, это же правда дробовик. У меня под ногами, вон. Я его хочу себе. Поднимай, поднимай. Не знаю, как его поднять. Еще вот какой-то гандон. Блять, получи, сука. Вот и мой пиздец. Я хочу себе этот дробовик. Как мне его взять? Блять, кто делал управление к этой хуете, блять? А как на консоли вообще было играть? Ладно, этот дробовик оставим там. Блять, вот это управление. Так. Эти двери оказались не такой преградой, как предыдущие. Еще здесь нет бега. Вот. Я бы уже съебался, вот. Здесь должен быть бег. У меня что, патроны кончились? Нет, патроны не кончились. Или кончились. Ну вот мне и пизда. Тебе пизда написала. Ну что, смотрите рекламу. You know what it's like to get it right between the eyes? Ah! You can see the juice squirt out of your family like the 4th of July. Oh! Ever hear a scream so loud it scrambles your intestines in the burning light right before the fall? Only a crow could do this. Recognize them? That's the one! Compact crow. The only portable cartridge system that plays resident in the Вы не поверите, на эту консоль еще был Дюк Нюкем. В 3D. В полном 3D. Итак. Но заставка охуенная. Видно, что игра 3D. Будет весело. Еще здесь есть опции. Ну, они хотя бы есть. Бля, все как в оригинале. Итак. Эпизод 1.
Это что за... Ладно, не все так и плохо. А что, нормальная игра такая? Только... А что у меня впереди, блядь? Я вообще не вижу там нихуя. Блядь, здесь видно, что перед тобой только когда ты вплотную подходишь. Это, блядь, пиздец. А если там что-то враг затаился? А как здесь менять оружие? А, бля. Во, это да. Так. Ладно, хуй с ним, как его менять. Итак, а вот куда дальше? Вот здесь есть такая же самая проблема. Он здесь нихуя не разворачивается, вот я не могу повернуть и посмотреть на вот эту стену лицом. То есть, по идее, нужно сюда зайти как-то. Зашел. Блять. А впереди пустота и чернота. И мне туда идти. Блять, как я открыл эти двери. Да, круто. Блять. Блядь, я нихуя не вижу перед собой. Здесь, на мой взгляд, не такая охуенная графика, чтобы урезать так видимость. Да и вообще, чтобы так урезать видимость, это пиздец. Придумали бы там что-то, туман. Или какую-то такую хуету. Здесь двери открываются тем же, чем и меняется оружие, блядь, блядь, блядь. Очень удобно, блядь. Вообще охуенно. Блядь. А вот эта хуета нихуё так лопит. Но слишком долго перезаряжает. Так, аптечка, всё как в старых добрых шутерах. Ещё бы уровень был хотя бы немного похож на оригинальный, так вообще охуенно было бы. Хотя, может, и похож. Но это же хуй поймёшь. Нихуя не видно, что впереди, что вообще. Блять, опять менять оружие. Блять. Сука. Заебали они так делать, неожиданно выскакивать. Лучше бы не в рейтингу так сделали, так открываешь, блин, тебе какая-то хуйня выскакивает, а не в дюке. Блять, и опять ебаные двери, блять. Блять, здесь вообще вот начались тормоза неимоверные. Наверное, слишком большое пространство. Блять, я почему-то знал, что он прям за этим углом будет. Но это как-то мне не помогло. Я вообще не знаю, куда я здесь иду. Серьезно. Даже представления не имею. Просто уровень на какое-то говно похожий. Вот эти комнаты, бля. Ну где я сейчас? Ну хуй его знает. Впереди та же хуйня, что была.
А, оказывается, здесь кока-кола вот продается. И... Пиздец. Вот здесь, кажется, я был. Или не был. Каким-то образом я прошел этот уровень. Ну, каких? А хуй его знает. Ну да ладно, вот такая была консоль Gamecom. Еще на нее есть какие-то игры, там Mortal Kombat Trilogy, Sonic. Не знаю, в общем, наверное, еще будет один обзор.